Так, друзья мои, скажите мне, что чем очистить можно ржавчину? Муха эта, зараза, летает, слушай, задолбала. Чем можно очистить ржавчину в домашних условиях? Вы все знаете? Напишите, пожалуйста. Хватит. А тебе соуса, воды не надо? Надо, ну ты... Вот лейка для чего сделана. Немного только. Вообще. Пойдемте кушать. Приятного аппетита. Моя сладкая, у тебя есть еда? Ну что, она вкусная? И что, моя слюдюнечка? Что, моя кукунечка? Сейчас дам. Ну что, хочешь икры? Не? Но, икры хочет. Животина. Ты вообще... А мне не понравились вот эти огурцы, которые мы купили. Угу. Сахара у них вообще нет. Маринованные так. Время, конечно. Четвертый час. Без 20. Везде на ногах. А луку не хочешь? Вообще-то можно с уксусом еще. У нас пакеты, походу, мусорные закончились. Синие.
9% уксусом просто взбрызгиваю и все. Взбрызгиваю. Заливаю. Хватит или еще? Хватит. У меня задали вопрос, это тот лук, который мы с Карелии привезли? Конечно, нет. Другой. Это мы на один раз покупали. Очень голодно. Ну это светло пришло. Мы обедаем, кушать будешь? А ты ел? Экономно. Нет. Будешь? Нет. Спасибо. Я эти же поем, только без подъема. Все ясно. А пакеты где? По-моему, закончили, сынок. Посмотреть надо в том ящике, вот где все моющие средства, там могут быть. Ку-ку. Угу. Угу, да. Кто? Тут тоже фига нет. А, есть. О. Это огромное. Извини. 100-литровое. А эти? Можно. Я помню, что я покупала, но не помню, где они. И ты коробку открыл с косметикой или была открытая? Как коробка с косметикой? Вот стоит на диване. Принес такую. Как? Принес такую? Интересно. Надо посмотреть, там все или чего-то нет. В ведре грибы. Еще. Как? Еще. Посмотреть не хочешь? А что смотришь тогда? Обезьяна мелкая. У меня ноги аж гудят, да? Еще все лица незнакомые. Заходишь, ищешь. Вчерашний день. Приятного аппетита.